тайна планеты Angry Birds, часть третья. Па-пам-пам-па-пам-пам-па-пам-па-пам-пам-пам-пам. Я хочу играть в машинку. Вау! Вау-вау-вау! Вау, вот это да! Я играю Тим у Angry Birds Go. Вим, 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 Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ, ты Вока, ты Вока, у нас выпадает земля с Носинск. Чё? Земля? Мы с ними что же? Фух, фух, полетим в космос. Давай. Ну что ж, поехали. Три. О, забыли яйца. Ну что ж, три, два, один. Ю-ху-ху-ху. Ты что там держишь? Дум. Коньяка? Нет, дум. 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 Вот Филиппина и Вапоичана. Может, кнопки такие есть? Хм, 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 нету, нету. Мне кажется, бом, ты приоставался. Ну да, конечно. А плавно прийти на Сивинский остров. Давай. Вот мы оказались на Сивинском. Ой, совые яйца. Какие яйца? Две белых, а одна золотая. В космосе такое же есть. Сейчас я кату золотое яичко. О, кота оборудование работает. И опа, вкусным моим яичком. Теперь в Королевский замок. Давай. Фух, белые. Случайно. Надо поставить чехол. Вот теперь... Другое дело. Из космического корабля воли яйца. Странность. Конец.